надо будет выбирать перед выбором, условно, это компетенция опять-таки Тухудинова, он примет верное решение. А почему Спилидинов сам-то не приехал на подпись контракта? Вас направили? А я не приехал на контракт. Вы не контракт, да? Не, не контракт, я по своим делам. То есть, да, у меня в федерации, да, на СПБ. А Бельдинов попрощался уже с клубом или еще не попрощался? Я с ним не прощался, я даже не встречался, после он сейчас в отпуске, на самом деле. А кстати, где он? Ягры во Франции на Ролан-Гаррос, а Бельдинов куда уехал? Бельдинов дома работает. На даче. На даче, конечно. Ну, то есть в доме. В Казани или в Москве? Нет, в Москве. Ну, ты готовы, что придет снова тренера искать? Вы должны как. Я не готов к этому, потому что никаких приказов не было у нас. Пока нет. Ну когда ждать? Я не знаю, когда. Мне бы Тухудинов скажет искать. Для вас сенсацией стало это решение с Попом? 17-0 сняли, 17-0, прям нокаут, как Рос Джонс положил. Нет, нет, нет. В общем-то, Бельдинов, я думаю, сейчас один из тех тренеров, которые нуждаются в сборной. Ну вы же как Россия. Хорошо, сборная России, все понятно. Но Акбарс-то стабильность с Бельдиновым была. Но, ну да, прошлый сезон неудачный. Ну вообще... всегда, не всегда. Люди ну... тоже, другие команды тоже вкладывают деньги. Как говорится, тоже есть желание, понимаете, тоже выиграть клуб Гагарин. Ну что теперь? Ну не Барри Смит так же звать, но канадские варяги, зачем вам нужны? Не-не-не, нам это смешно. Конечно. Это опять-таки говорю, компетенция нашего президента. Ну пока я об этом даже не думаю. А такой-то вам вопрос на злобу дня. Все говорят, Морозов старый, сборная не нужен, Сочи не нужен. Крикуно так даже сказал, бросил. И вы согласны, что Морозов уже списанный? Вот сейчас новый тренер придет и. Нет, нет, он еще не списан, он в форме, в порядке. Алексей в порядке. Ну, я там говорю.